Право! Тебе нужна моя помощь! Прости, бывших помощников не слышу! Увидишь, я найду вход в пещеру раньше тебя! Нет, не здесь! Нельзя, чтобы... Нашла! Скорее сюда! Наверняка шахтерам! Не слышу! Ну хватит! Люди в опасности! Дикая лоза может раскидать булыжники! Предатели не выбирают пришельцев! Это работа для Шакрока! Дороги! Летаю, как пришелец, шокирую, как рок! Бен, берегись! А? Что ж, поиграем! Я подаю! Мяч за пределы поля! Следующий! Краши, круши! О, воздух! Я вижу выход! Сюда! О, нет! Опять то же самое! О чем ты? Наверху! В такую погоду нужен зонт. Я, конечно, не специалист, но, по-моему, конвейер не должен разбрасывать камни. Думаешь, это мы? Я не знаю, это ваша шахта. Эй, что происходит? На нас напали! Монстры захватили наше оборудование и устроили все это! Какому злодею пришло в голову устраивать такое в шахтах? Что значит потерялись, растяпа? У тебя в руках карта! Как ты смеешь? Мой план безупречен! Как мне вдолбить это в твой хилый инсектоидный мозг? Итак, мы прокапываем туннель, чтобы оказаться точно под городом. Потом закладываем побольше взрывчатки. И если местные богачи отказываются заплатить нам выкуп, мы поднимаем этот город на воздух. Итак, если у тебя нет другого плана, как набить карманы деньгами, то оставь свое скрежетание при себе. О, Сидни, глупый роман не сделает нас богачами. В наше время все, кому не лень, взялись писать фэнтези. Я не виноват, что люди перестали читать. Ты даже не знаешь, чего ищешь. Это голос девчонки Теннисон. А значит, и коротышка с часами где-то поблизости. Мы должны их остановить. Ладно, но не вздумай умолять меня опубликовать твою глупую книжонку, когда я получу кучу денег. Не понимаю, зачем кому-то понадобилось лезть в эту шахту? Это бессмысленно! Опять кто-то пищит! Ха! Наверное, здесь водятся мыши! Ладно же, назойливые детишки! Пора избавиться от вас раз и навсегда! Что ты делал? Это сей бестолковый! Смотри, куда швыряешь булыжники! Я так и знал! Тараканы всюду проникнут! Я прихлопну двух букашек одним камнем! Эй, чего ты ждешь? Хватай его, пока он мальчишка!